Доброе утро, дорогие друзья. Пятница. Знаете, вчерашний урок про кулинарию, который мы сделали в такой переходной, скажем, день, набрал больше всего просмотров. Я просто удивлен. Поэтому сегодня давайте поговорим о шабате. Но о шабате какой-то конкретной вещи. Всем понравилась кулинария. Давайте про рыбу. Просто про рыбу. Ну, про пищу, да. Тот факт, что пища поддерживает жизнь, настолько естественен, что большинство людей принимает это как явление само собой разумеющееся. Люди едят, пьют, они голодные, там, не задумываются над чудом, заложенным в процесс питания. Редко люди задают себе вопрос, а то и вовсе не спрашивают, как это хлеб, вода, молоко, яйца, рыба, рыбу не берем, молоко, яйца, другая подобная пища, которые сами безжизненные, дают жизнь живым существам. Как такое может быть? Может ли кто-то дать другим то, чего у него нету? Поэтому пища – это тоже процесс очень волшебный. У нас шаббат на носу, да, и мы договорились про рыбу. Сказал пророк Ишиягу: «И назовешь субботу блаженством, отдашь дню, посвященному Господу, дань уважения». Обращаем внимание на то, что этот стих требует, чтобы мы одновременно радовались шаббату и уважали его. Наши объясняют мудрецы следующим образом. Человек оказывает шаббату уважение, надевая там чистую одежду красивую, радуется, наслаждается едой, напитками. В те времена Талмуда рыба считалась самым особым деликатесом, поэтому блюда из нее наслаждались в шаббат. Мудрецы даже приводят известную историю, как самый скромно живущий один еврей по имени Осип настолько уважал шаббат, что в честь него по пятницам приобретал всегда рыбу, и благодаря этому, там, торгуясь, отдавая огромные деньги, он обнаружил в животе купленной рыбы драгоценный камень, стал очень богатым. Может показаться, что употребление рыбы в шаббат – это просто что-то из области вкусового предпочтения. Вот, например, один любит это, а второй – рыбу. Да? Но это немножко не так. Еврейские мистики объясняют, что во время субботней трапезы отведать рыбу необходимо. В Шульхан Арух написано следующее мнение каббалистов. Желательно есть рыбу во время каждой субботней трапезы. Кроме случаев, когда человеку органически, ну, просто она вредит, если она ему вредит, да? Потому что в шаббат нельзя кушать то, что тебе не нравится, это неправильно. Раби Элимелех из города Динова, известный как Бней Сахар, объясняет, что в течение 6 дней творения Всевышний отдельно благословил 3 творения только. В четверг он благословил рыбу и благословил их всесильно, сказал: плодитесь, размножайтесь, наполняйте воду в морях. В пятницу человечество он благословил: плодитесь, размножайтесь, овладевайте и владычествуйте над рыбами морскими. И в шаббат было особое благословение, благословил всесильный день седьмой, освятил его. То есть вот это вот 3 благословения, тройная нить не скоро порвется, говорит Писание. Таким образом, решено было объединить все 3 творения Творца, выделенные благословения. Тот, кто употребляет рыбу в шаббат, наделяется тройным благословением Всевышнего. Благословит тебя Господь, охранит тебя, будет благословен тебя Господь, и помилует тебя, будет благоволить тебя Господь, и пошлет тебе мир. Во, оказывается, что с рыбой. В шаббат, седьмой, последний день недели, мы едим продукты, связанные с числом 7. На иврите числовое значение слова «рыба» – «дак». Именно 7. В иудаизме также известна концепция, что все творения этого мира таят в себе, ну, как бы, божественную искру святости, которой мы пользуемся в соответствии с Галахой, поднимая их и поднимая к источнику. В отличие от мяса животных и птиц, которые требуют особого процесса обработки, чтобы пища была кошерная, и поэтому вот заложенная в них вот та искра божественная, она не сразу готова. А вот к рыбе всегда сразу готова, она в обработке не нуждается. Таким образом, поедание рыбы в шаббат символизирует то, что в этот священный день нет необходимости в дополнительной работе, помогающей возносить божественные искры. Кроме того, есть еще одна причина, почему в трапезе, в которой подают рыбу и мясо, по укоренившейся причине сначала употребляют рыбу. В первую очередь мы принимаемся за рыбу, которая легче духовно вознести, а затем переходим к более сложным продуктам. Вот вам, пожалуйста. У рыб нет век, благодаря чему их глаза всегда открыты. Мы едим рыбу в шаббат, подразумевая, что глаза Всевышнего всегда смотрят на нас, наблюдая за нашей жизнью с любовью и состраданием. Первый из живых существ и источник жизни всей недели нашей – это что? Рыбы. Первые сотворенные Богом существа. А в шаббат, по сути, это источник жизни для всей следующей недели. Поэтому принято начинать шаббатную трапезу с рыбы. Ой, что еще? Очень много. Во время потопа, во времена Ноха, наряду с людьми были наказаны и животные, но рыбы не были наказаны. Они чудесным образом выжили во время потопа, потому что не были подвержены греху.
Мидраш говорит, что нам, что ман, пища, падавшая с неба, во время странствия еврейского народа, имела все вкусы, которых мы хотим, которые можно было представить, за исключением чего? Вкуса рыбы. Именно поэтому евреи, если вы помните, говорили, помним рыбу, которую ели в Египте. Отсутствие возможности кушать рыбу в пустыне стало причиной их недовольства. Поэтому теперь у нас есть обычай готовить в честь шаббата разные рыбные блюда, демонстрируя, что мы благодарны Богу, что наше наслаждение в шаббат полное. Короче, я могу долго рассказывать про рыбу. Шаббат — это не просто день, это цель недели. Главнее шаббат, чем рыба. Вот почему, как бы ни странно казалось, иудаизм не дает названий дням недели. Только первый день от шаббата, второй день и так далее. Седьмой день, который подчеркивает нашу духовную сущность, это цель. Шаббат — это цель, дни недели — это средство для достижения этой цели. Мы не предаемся отдыху, чтобы потом работать. Мы работаем, чтобы заработать день отдыха и обновить свою душу и весь остальной мир. Ну а рыба — это дополнение. Браха ва ацлаха, шаббат шалом, всего самого лучшего.